1 марта будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения Самары. С 10.40 до 10.45 будут включены электросирены, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан. Звучание электросирен означает сигнал внимания всем, поэтому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». Администрация Самарского района напоминает, что такое диспансеризация взрослого населения. Это возможность выявить факторы риска наиболее вероятных хронических неинфекционных заболеваний. Диспансеризация проводится один раз в 3 года для людей в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно для людей в возрасте 40 лет и старше. По итогам обследования беседа с терапевтом. При выявлении факторов риска развития неинфекционных заболеваний врач предложит план мероприятий по их устранению. Телеграм-канал администрации Советского района Самары информирует о ежегодной денежной выплате в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения – Пасхи. Выплата предоставляется семьям, постоянно проживающим на территории Самарской области и воспитывающим 4 и более детей, отцам, которые воспитывают 3 и более несовершеннолетних детей без матери, одиноким матерям, которые воспитывают 2 и более несовершеннолетних детей. До 31 мая нужно обратиться с заявлением о выплате в Управление соцзащиты или через социальный портал suprema63.ru. Поддержка семей с детьми предоставляется в рамках реализации нацпроекта «Демография» и его составляющей финансовая поддержка семей при рождении детей. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий граждан предоставляется компенсационная выплата на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. За выплатой могут обратиться многодетная семья с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет, семьи в социально опасном положении, признанные таковыми комиссией по делам несовершеннолетних, а также опекуны, попечители и приемные родители. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36, информирует в своем телеграм-канале Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары.